А плохо слышал. Ну, разумеется. Нет. Разумеется. Нет. Безусловно. Тут важно вовремя получить эту информацию, потому что кто быстрее все ее получает, тот как бы и зарабатывает на этом. Слышу вас, да. Я просто хотел спросить, но для того, чтобы заработать на подорожании, вам нужно купить эти акции, прежде чем они, после того, как они поднимутся в цене на 6%, вы их продадите. Но вы же не знаете, что какие конкретно акции поднимутся до того, как отчетность опубликована. Ну, публично, но вы же, у вас, чтобы заработать, вам нужно продать эти акции, купить дешевле, продать дороже. А для того, чтобы вот, нужно знать заранее, какие акции подорожают. И нет. Скажите, какой будет курс доллара завтра, больше, чем сегодня или меньше? Ну вот, в этом-то и проблема. Ясно. Акции Алроса завтра вырастут или упадут? Акции Алроса завтра вырастут или упадут? Слышу вас.
Вот, рекомендую вам, смотрите, я вам что рекомендую? Возьмите кредит, если вы так уверены в своей системе, и ну, по вашим акциям будет прибыль больше, вот, соответственно, вы заработаете. Вот, поэтому на мои как бы средства и, Думаете, что я не торгую в этом направлении? да, действуйте, но просто на мои Я торгую средства и фондами, но желания и прибыль. времени, к сожалению, у меня нет больше вас слушать. Не понял, что вы хотели до меня донести за эти 5 минут. Вот такие странные люди звонят. И сбрасывают телефоны.